Всем привет, это канал Queen Surprise. Сегодня у нас классный сюрприз-микс. Baby Core, Надзуру, Роблоксеры, Moving Yubi, Чудики, Natoons и многое другое. Будет точно интересно. Кто любит разные сюрпризы, еще не подписан, скорее подписывайся, ставь лайк и поехали! Первое откроем яйцо от ленты. Здесь попадаются игрушки, присосочки. С присосочками, да, как Даша сказала. Хотим золотого кота, но нам кто-то зеленый попался. По-моему, кто-то новенький, да, Даш? Нет, у нас... А, горошек, да, банка с горошком, лента. А на карандашик можно, интересно, одевать? Ты не пробовала? Нет. Кот какой-то. Вот у меня спрашивали, для чего этот кот. Я не знаю, кто знает, напишите обязательно в комментариях. Мне самое очень любопытно. Ну, это часть коллекции, не вся коллекция. Теперь откроем пакетик с тянучими зверятами. Игрушка-браслет. Крайне странная игрушка. Ну, по крайней мере, мы одну открывали. Она какая-то была не очень. Может, здесь что-то поинтереснее попадется. О, что-то голубенькое. Кто это? Что это? Вот опять непонятный зверек нам попался. Даже как думаешь, что это? Синяя собака? Бобер? Или котик? Почему синий? Хоть бы по цвету можно было бы догадаться, кто это. И вот так вот он делается браслетиком. Как вы думаете, кто это? Может, морской котик? Кстати! Может быть, да? По цвету, в принципе, подходит. Теперь с вами откроем коробочку с чудиками. 7 игрушек в коллекции. Больших. И еще здесь конфетки обещают. Как же ж без конфеток? Леденцы, Happy Box, вся коллекция. Кто нам там попался? О, нам Мьют попался. Нарядился в принцессу какую-то. Фею. Такой балерина с крылышками. Корону нацепил. Пачка розовая. Забавный. Действительно большая фигурка. Качество неплохого прям такого. Теперь откроем шоколадное яйцо. Забавный сюрприз для девочек. Здесь могут попадаться русалочки. И еще всякие-всякие сборочки, которые немножко сложновато собираются, но собираются. Розовая капсула. О, нам русалочка попалась. Это... Мы везучие, значит. Коллекция. И вот одни из вариантов сборок, какие могут попасться. Вот такая русалочка. У нее даже голова поворачивается. С зелеными волосами. С оранжевым хвостом. Хвост
служит в виде подставочки. Здесь есть наклейки непонятные для глаз. Куда-то их можно прилепить кому-то. Это инструкция. Мы даже сделали вывод, что она похожа из мультика на персонажа Зик. И как там? Зик и Шарко. Угу. Только у нее там цвет волос другой. Кстати, угарный мультик мы всей семьей смотрим. Теперь откроем большой пакетик с мармеладками Хиппо Бонди. Мармеладки с витаминчиками. И здесь должна нам попасться какая-то игрушка с кристальными глазками. Есть еще тут вот с такими коллекциями. Эти же мармеладки. Всего 100 грамм мармеладок. Такая вот тут застежечка. Мармеладки. Китик зеленый. Прям интересно, кто там попался. Ой, ну, по-моему, повторка попалась. А, нет. Какая прелесть! Нам леопардик попался. Неужели он такой тоже есть в коллекции? У Свитбокс. Я не помню, чтобы там такие зверушки были. Нам уже вот вторая, получается, попадается, которую я точно не встречала. Такая вот он лопатулечка с голубыми глазками. Такой розовый носик очаровательный. Лапку лижет. Видимо, умывается. Гостей намывает. Пушистый хвост тоже все. В крапушку, в пятнышку, как положено. Хорошенький. Мне нравится прям. Да, дочь? У нас теперь тут мармеладками на всю комнату пахнет. Следующее откроем пластиковое яйцо Муви Куби. Здесь попадаются интересные такие машинки квадратненькие, которые с инерционным механизмом. Вот они еще тут могут вращаться, еще служить как спиннер. Три в одном. Вся коллекция. Внутри, по-моему, там нету бумажки. Лампочки отражаются. Не видно ничего. Так, не посмотрели. Я хочу... У нас автобуса нету, да, точно? Угу. Автобуса и, по-моему, полицейской нету машины. И вот такой нету. А что это она? Кто это? А, это спортивная, видимо, тачка. Гонщик. О, нам пожарный, да, попался? Угу. Маленькая красная машинка. Такая машинка интересная. Она служит как спиннер, нервишки успокаивать. И еще она суперскоростная. Если тут препятствие убрать у нее. Но она, кстати, и вперед, и назад едет. Все, всех подвинула. Теперь откроем киндер-сюрприз серии Natoons. Это последняя коллекция из Natoons. Даш! Нам попалась, которой у нас нету! Вот это везение! Такая нам, кто это вообще? Это антилопа, наверное. Если ошибаюсь, исправьте. Ее можно через QR-код оживить. Такая шикарная. Рога у нее просто такие огромные. И она еще может голову вниз и вверх поднимать и опускать, чтобы травку покушать. Ну или кого-нибудь боднуть своими рогами такими ветвистыми, хотя они не ветвистые. Не лось же это. Маленький хвостик у нее. Шерстку немножко так сделали ей.
такая какая-то она странная по своему виду, но вот мне ириску напоминает или конфету. Вот у нее отличается пластик. Голова с туловищем. Почему-то туловище матовое. Ну, глазки прорисованные, принт с мордочкой. Последнее время это редкость у киндер-сюрприза. Теперь давайте откроем большую такую коробку. Роблоксеры, ставь лайк. Подарок внутри. Это уже хорошо. Кэнди Пати, сладкий набор. Гоу играть кисули. Такие тут роблоксеры. А вот что внутри. В наборе тебя ждут. Какие-то наклейки, что ли? Собери коллекцию наклеек. Ой, маршмеллоу и попкорн даже есть. Печенюшки, карамельки. Ну, смотрим. Коробочка-то, в принципе, немало весит. Целый новогодний подарок. Так, вот такие тут маршмеллоу. Тут эти прям кофе подойдут маленькие. Еще одна. А, они еще внутри, как, наверное, клубничные со вкусом. Аппетитно выглядят. Вот сколько тут конфеток, леденцов. Они вот эти наверняка будут со вкусом жвачки 100% эти. Это клубничная. Так, это, видимо, вот как раз подарок. Набор маленьких наклеечек. Всем привет, легендарные внучата. Всем морковный привет. Это кто там морковку у них любит? Пакет с попкорном. И что-то там еще есть. Еще одна конфетка. И пакетик с грибочками. Вот так вот они выглядят. Предпоследняя коробочка. Вот такая вот кривожадная. Еще тут кровь подрисовать надо под зубами вампира. Такой вот мордочка графа Дракулы. С румяными щечками уже у кого-то кровушки. Выпил мелко антистресс, сюрприз. Антистресс, главное, так, кровавая надпись. Симоленд. Угадаешь, кто попадется тебе? Так, включаем экстрасенсов. Напишите, как вы думаете, кто здесь попадется нам? Мне кажется, призрак или мумия. Мне кажется, вот это. Чертенок или тыковка, да? Mm-hmm. Ну, сейчас посмотрим, чья взяла. Та-дам! Все, я иду в экстрасенсы. В следующем выпуске ждите меня. Я там буду с метлой стоять. Ой, такой хороший. Какой он приятный. Так пузырится прикольно. Там что-то еще, по-моему, должно быть, да, наклейки. О, какие интересные. Вампир собственной персоны. Скелетокот. Мышка хорошенькая. И как же без черепушки? Черепушка где-то нижнюю челюсть потеряла. Так, ну а нам, как его там звать, кто попался? Нам призрак попался. Было бы прикольно, если бы он еще светился в темноте. Чуть такое. Что-то у него тут нарисовано. Желтым язычок, наверное.
что-то зеленое одела платье с капюшоном и с глазами. В общем, призрак во что-то нарядился. И там внутри как какая-то пена, что ли. Ну и наконец-то откроем яйцо Baby Corns от Zuru. У меня была небольшая дилемма, я долго выбирала яйцо побольше или поменьше, потому что есть еще яйцо побольшего размера, чем это, там более 30 сюрпризов обещают, здесь 15, и там пупсик что-то еще бормочет на английском языке, рог у него, по-моему, светится. Но мне, вот я выбирала именно сами, как вот малыши выглядят в коллекции, мне эта коллекция больше понравилась, именно малышей. Вот. Выбрать можно конкретного пупсика по салазкам и по цвету рожика. Мы не знаем, кто нам здесь попадется. Очень-очень хотим побыстрее посмотреть вживую, как выглядит. Вот 4 пупсика. Здесь божья коровка, бабочка, слоненок и жирафик. Это яйцо будет впоследствии люлькой, где можно будет куколку укачивать. Тут, конечно, попробую распакую еще. Что-то Zuru это не продумали вообще. От слова совсем. Тут еще и вторая есть. О боже. Из салазок это выковырять отдельное искусство будет. Кто придумал эту упаковку? Скажите мне. О, наконец-то. Ну, открываем. Хочешь открыть? На, открывай. Дави вот так. Кто там? Как будто у него шея свернута, знаете, которая фиксация для головы. Пакетики с сюрпризами. Так, он тут примотанный. Здесь примотали. Да что ж такое? Малыш, иди к нам. Большой пакетик. Слайм тоже прицепили. Ну и потом будет в люлечке кататься. Вот какой красивый перламутровый. Да, если вы уже поняли, мы выбрали бабочку. Он такой, не знаю, он такой какой-то дымчатый, что ли. Очень-очень интересный цвет. У него глаза даже не серебряные, знаете, как платиновые. И рог такой тоже. У него капюшончик. Блестящие крылышки. Очаровашка такая. Нравится, дочь? Да. Классный, да. Такие ручки, прям как у малышка настоящего. Здесь наклеечку мы снимаем и увидим, что же любит книжки читать. Умный нам пупсик попался. Здесь он мягко набивная куколка, голова пластиковая, ну тоже мягкая. Ну, милый такой.
как пластиковая такая книжка. Тоже можно будет потом здесь что-нибудь хранить. А, тут наклейки и маленький дружок. Вот такая вот маленькая бабочка. Хорошая такая. Тоже такие же крылышки. Насадочка на карандаш. Наклеечки такие вот голографические. Это кто здесь как раз попадается, персонажи? С бурачком попалась наклейка. Вот наша мадемуазель. Можно, кстати, потом это все дело куда-нибудь, ну, или в блокнотик, или здесь все облепить. Давай мы тебя положим сразу в люлечко. Не могу, классный вообще. Классный, классный. В детском мире, кстати, сейчас на них скидка. Вот этот нам обошелся 2,250, а побольше 3,700 получается там с копейками. Который я все думала. Сосочка такая перламутровая. Как же малыш и без соски. Соска необходима. Тут, видимо, одеялка. Скайлар. Бабочка. Здесь можно, наверное, имя написать. Радуга. В общем, карточка нашей бабочки. Ой, какое мягенькое. Розовое. Тут соски, бутылки, сердечки. Вот так. Баю, баюшки, баю. Все, всех открыли. А, ну как же ж, слайм остался. Как же ж мы слайм не пожмякаем. Это будем тогда не мы. Ну, наверное, такой будет. Прохладненькой слизью. Ну да. Пахнет слаймом. Прикольный пупсята. Единственная отвратительная упаковка. А так он классный. Вкладыш. Чек-лист. Вот наша Скайлар. А, вот эти насадочки, они еще разных цветов. Вот нам голубенькая попалась. Вот такие игрушки нам сегодня попались. Мне, конечно же, больше всего понравились пупсик, бабочка, леопардик и мялкопривидение. А тебе кто? Напиши в комментариях. Ну а если тебе понравилось открывать с нами сюрпризы, поддержи лайком и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем до новых встреч и отличного настроения. Пока-пока!